Сенатору Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям. Участие в преступном сообществе, давление на свидетелей и убийство. Сейчас он на допросе. Об этом сообщили в Следственном комитете. Ранее в ведомстве рассказали, что по делу работают более 200 оперативников в 11 городах России. Это часть работы по декриминализации Карачаево-Черкесии. В рамках работы правоохранительных органов по декриминализации Карачаево-Черкесской республики Следственным комитетом совместно с ФСБ России проводится масштабный комплекс следственных действий в ряде городов четырех субъектов Российской Федерации. В рамках уголовного дела по фактам создания и участия в преступной организации, хищения природного газа ПАО «Газпром», двух убийств и других преступлений задержан член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесской республики Рауф Арашуков. 30 января Совет Федерации лишил Арашукова неприкосновенности и дал согласие на его привлечение в качестве обвиняемого. Также в рамках уголовного дела задержан его отец Рауль Арашуков, который, как полагает следствие, причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей. Как полагает следствие, эти мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет.